Всем привет, с вами канал Art Mommy, и сегодня у нас видеообзор диван, вот такого необыкновенного, легкого, простого диванчика, который можно использовать на природе совершенно в любом месте. Так, смотрите, вот здесь находится целлофан, очень такой плотный. Есть штуки, то есть это, получается, одна дырка, тут прошита, и вторая дырка. Сначала одну надуваете, потом другую надуваете. И также он прошит вот здесь вот. Тут прошит, там везде прошит. Ну, вот, сейчас его надуем и снова вам его покажу. Так, ну вот смотрите, я надула диван. Как мне показалось уже на тот момент. Конечно, его надувать, кстати, довольно легко. Этот момент я не стала удалять, но диванчик получился очень маленький, как маленькая креслица. А сейчас я это увижу. Вот. Но мне еще было важно посмотреть, что же у него там внутри, потому что мне казалось, что там должна быть дырка, что можно по-разному как-то сесть. Но нет, я решила надувать снова, решила надувать именно большой диван. И, кстати, меня подфартило, был еще вдобавок и ветер, и это было сделать вдвойне легче. Он уже надутый у меня, и мы надуваем дальше. Продолжаем. Тут вот, кстати, наверное, если вы заметите внимательно смотреть, то я изобрела чисто свой способ, как правильно можно надуть диванчик. Диван или диванчик. Если вы, конечно, присмотритесь, потому что если сравнить, как сейчас я надуваю и до этого, то, конечно, это есть разница. И вот, смотрите, снова второй раз его закручиваю. Закручиваю. Соединяю. Он такой, кстати, легкий. И, наконец-то, я надула именно тот размер, который реально хотела. Мне, честно говоря, было даже страшно на него ложиться. Мне казалось, что он сейчас просто лопнет. Вот, но на нем лежать просто классно. Просто офигенно, но, конечно, надо тоже привыкать ложиться как-то так по-своему. Вот, ну, вообще прям классная вещь. Я очень счастлива, что его купила, что он у меня появился. И переплатила за качество, и этим очень-очень счастлива. Вот, но
вставать с него я так и не научилась. Только таким способом. Вот, и вот тут вот. Очень, кстати, хорошее, плотное, хорошо прям скрепляется, все держится. Но единственное, после одного раза полежишь, нужно надувать еще раз. Ты уже заметила в него. У него такую особенность. Ну, надувается он меньше 5 минут. И готов.